Туристический сервер «Закарпатья» и туристический клуб «Альфокс» представляют. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова на природе. Сегодня отличная, изумительная погода. Мы с вами в вулканических Карпатах. Снег падал ночью. Вот столько выпало буквально за несколько часов перед утром. И ничего нету прекраснее, как на такой природе абсолютно не холодно и выпить чашечку горячего кофе. Аромат кофе чувствуется именно зимой на природе, когда все кругом черно-белое. Нету ни запаха, ни вкуса, ни цвета, а кофе дает ощутить свой неповторимый аромат.